Здорово, здорово, ребят. Ну что, сегодня я решил все-таки нафиг слить этот вальс, поставил его на бугимена, потом я вам затестирую, покажу вам бугича с вальсом. По сравнению с пактом. А сегодня я решил прокачать максимальную КПшку этому герою, потому что мы здесь собрали с вами по сути неплохую чарку шестую. Сейчас я гляну, не продают у нас, не, у нас сегодня нету. Сейчас будем с вами трешовать, пробовать вытащить. Это, наверное, будет длительное время, немножко помучаемся. Надо нам стойкость, у меня стойкости на складе вообще нет. Стойкость на сегодня дает больше всего жизни. А потом поставим там либо дар, либо этот, как его, огонь жизни, эмблемой 9, плюс нормальную чарку, и в принципе у нас должно получиться чудо. Я где-то рассчитываю в районе 5 миллионов, а то и больше, если мы вытащим еще топовую чару, четверку, пятерку там, в принципе. Она подкачается под пятерку, и этого будет хватать. Но там, если будет шестерка, там будет еще больше. Надеемся, пока давайте ищем стойкость. Самое главное не пропустить стойкость. Я думаю, за 32 тысячи коробок нам хоть одна стойкость выпадет. Давайте сделаем так. Жалко, нету на него скина. Так бы я скина забрал и было бы попроще, и надо было бы потом ролить вальс, потому что вальс вытащить это тоже такой головняк. Вы даже себе не представляете. Ну, если мы поставим вальс, то нам придется потом переролить все созвездия. Я показал, что я его прокачал в сборке АХП. И сейчас будет интересно посмотреть. О, отлично. Стойкость у нас есть. Вот, девятая стойкость. Здесь поставим, давайте. Не, ангела нам не надо ставить, потому что мы потом не увидим, какая там у героя жизнь реальная при ресе. А, вот такая вот даже сборка. Вот огонь жизни. Девятая стойкость, которая дает 160%. А, здесь у нас 120. По снаряге сейчас мы немножко поменяем. Но вот даже так, вот сейчас пойдем такой тест сделаем. Как видите, куча хп. Поехали на рейд. Любой, сейчас мы в рейде с вами попробуем сделать максимум. Ну, такие герои, они, я вам скажу так, ну, такие, как он, в принципе, еще более-менее интересные. Они могут быть живучи, потому что отражалки немерено. Так, ну, смотрите, тащи. Я не знаю, сколько там жизни, но он дофига дефа вытащил. Сейчас попробуем резнуть, должна она резнуть его. 5 лямов, ребят. Уже 5 лямов жизни у него есть. Офигеть. А что будет, если мы сейчас вытащим еще плюс 50 кп? Это что у него получится? 7,5, что ли? Это жестко, ребят. Это нереально жестко. Давайте уже бейте его. Он наконец-то Фрея начала бить. Фрея по ляму бьет. Так, и теперь момент истины, ребят. Смотрим. 5150. Я офигею. 5150 жизни. Это при том, что этот герой не самый топовый по этому, по хпшке. Но просто я его решил собрать и 5100. Такого точно Фрея не сольет с первого раза. Так, хорошо. Теперь пробуем вытащить еще снарягу, поменять. Тут у нас пятая стоит. У меня, к сожалению, нету новой чарки. Ее, видите, сегодня не продают. Она нам тоже нужна будет потом для теста. Попробуем вытащить. Я надеюсь, мы долго ее ловить не будем. Смотрите, плюс одна. 35%. Ну вот удобно так, когда у тебя четверка, можешь даже закинуть, это будет пятерка. Но если у тебя пятерка,
то у тебя будет офигенная шестерка. Короче, вы поняли. Кто не понял, посмотрите видос про новые чары. 6-7 уровня, да, ребят. Это так и есть. 5-5. Мне вот интересно, а за то, что ты типа апаешь, тоже силу потом дают за плюс один у чарки или нет? Или это просто чисто бонусом добавляется и всего? Что-то, кстати, сервер подвисает. Смотрите, видите? Поломали сервер. О, есть. Ну вот даже если такой вариант, конечно, следующий вариант был бы получше. Я думаю, я вытащу все-таки 5-5. И потестирую уже 5-5 на максималке. То есть это будет шестерка как минимум. Но это будет реально весело. Еще одна четверка. Я думаю, мне коробок хватит, чтобы вытащить потом максимум. Короче, ладно. У нас появилось плюс 50% жизни. По идее, у нас сейчас должно быть, блин, 7,5 лямов жизни. Сейчас, если это так, то это просто жесть, ребят. Просто мега жесткий. Ну, конечно, с хп, но его Фрея не ушатает. Вот это радует. У него еще в два раза пониженный входящий урон. То есть это тоже учитывайте. Так, отлично. Убили его. И теперь смотрим внимательно. Момент истины. Ну, треснет или нет? Не, не резнуло. Нету момента истины. Так, еще раз заходик. Он слился, походу, на чем-то. Я так и не видел, что там было. Но неважно. Нам самое главное посмотреть его хп. 5830. Интересно. Значит, все-таки берет 50% от жизни. Не все и набафанное, оно не идет как процент от всего. А идет процент от базовых характеристик. То есть процент умножается на процент. Точно так же, как и у других. То есть, по сути, эта чарка здесь, ну, прибавила нам, дала прибавку. Написано 50%, это получается у нас было 150-750, где-то она нам накинула от его жизни. Так у него сейчас жизни 1 350 000, плюс шахер-махер, ну что-то каким-то образом, наверное, у нас, ну, получилось половина, вот так оно и есть. Плюс 600, где-то плюс 700 тысяч нам добавило. В общем, в районе 6 миллионов. На следующем левеле, если посмотреть. Плюс 10%. Ну, это будет где-то около 6, на максималке 70. Ну, в принципе, неплохо. Но вот этот вот, вот это вот поярче, мне кажется, все-таки будет. Ну, смотря для кого. Блин, ну, что я могу вам сказать? Для героя, блин, 6 миллионов жизни. Это, конечно, очень круто. Ну-ка, давайте я сейчас его еще на нашей любимой подземке затестирую.
Ну, 6 лямов это нечто. Да, они его там даже толком не все-таки пробивают. 6 миллионов жизней. Конечно, дамага у него того нету, который был раньше. Ну, в общем, мы затестили, посмотрели хотя бы сколько он выдает реально на максималке. Это довольно-таки неплохо. Хороший показатель. Но, как видите, атаки, вот нету атаки, он не атачит практически. Это по сравнению с тем, что я вам показывал, это ни о чем. Но зато жизни дофига. Ну, то есть вы видите, что в сравнении, если брать этого героя в такой сборке, Дафна, и как многие делают, это чисто дебафер, которого будет, ну, так, плюс-минус сложно убить. Но мне кажется, что Дафный вариант с СО и Каменкой, там, Рвением и прочим будет намного дольше стоять, чем этот. Плюс Чарка Holy Conviction, по-моему, если я не ошибаюсь, Священный Суд. Поэтому, блин, ну не знаю, ну даже такой вот тест, то есть 6 миллионов жизней у героя, 6, ребят, это не 1, не 2, это уже 6 миллионов. Но я постараюсь вам собрать максимальный хп, как-то будет время, постараюсь заролить. В общем, пишите комменты, ждите видосика с вальсом. Всем удачи, всем пока.